Приветствую зрителей канала. Вы на канале Планета Россия. Собрались сегодня съездить на ватрушках, покататься, посмотреть, как там. И вот вам покажу. Вот, друзья, мы находимся в Тулуре. Приехали посмотреть, как сделали в этом году катание на ватрушках. И вот решили вам показать. Проверка камеры. Вот такое вот подъемное устройство здесь работает. Можно, короче, подниматься. Вот так вот. Привет. Ты что здесь делаешь? Снимаю. А что снимаешь? Куда выставляешь? Ютуб. Можешь привет передать. Привет передаю. Скажи привет подписчикам Планета Россия. Привет подписчикам Планета Россия. Вот так. Ну ты смотри, как освободить, сразу бери. Привет. Че, катайтесь. На лыжах бы, да? Еще покататься, да? А? На лыжах бы, да? Чуть меня не сшиб. Оба-на! Сейчас прокатимся, если она поедет еще.
Здравствуйте. Сейчас попробуем подняться на горку. Давай, Витя, с тобой прокатимся. Просто на детку не попустила, а сам попустил. Вдвоем сядем, ничего. Поднимет. Попробуйте. Поднимет. Так, Витя, ты держи. Ты держи руками, а я с тобой буду сидеть, а? Снимать буду. Давай. Давай. Опа, поехал. Сжимай, ты что? Сжимай. Держи. Вот так вот мы, друзья, поехали в гору. Ах, не грохнуться бы с камерой вместе. С горки? Тут ты точно не грохнешь, с горки. Держись, держись, Витя, держись. Держусь. О, за ним нас Артем Максим и Артур едет. Да? Ты как хуй? Да, я же первый прибежал. Сейчас мне надо ватрушку это, у кого-то взять, прокатиться с камерой, чтобы снять. Так, я сейчас лезу, а ты там отцепишься, а? Ну, все, отцепляй. Держись, быстрее уходи. Сейчас со мной не поедете? Не знаю я. Я их буду ждать. А этот раз что, закрыто, да? Типа трамплина, да? Давай, интервью говори. Как тебе, как сейчас, подожди. Как тебе горка? Классная горка, скорости большие. Чуть не упал. Часто здесь бываешь? Первый раз. Первый раз, да. Ну, второй раз. Что, понравилось, да? Да, тут вес погонять. Пешком ходишь? Ну, бегом, бегом. А, ну пешком, ну пускай. Здравствуйте. Ну, привет. Что, влоги снимаете? Ну. Давай, интервью говори. Нет, я не буду. Ну, скажи привет там, передать что-то. Привет, скажи. Здравствуйте. Кому-нибудь привет. Ну, ватрушки дали, люди. Сказали, возьмите. Что, дай мне прокатиться? Дайте мне-то прокатиться. Один раз хоть. А, блин, мне придется. Все, я поехал. Витя, садись ко мне. О, да. Надеюсь, я не упаду. Четко! Вот так вот надо кататься.
Так, друзья, поехали с горки мы. Ура! 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 Так, ну все, друзья, маленько поснимали, сейчас будем коптер запускать. Передай привет подписчикам. Привет. Сейчас, подожди. Земляки, езжайте до Тулур кататься на ватрушках. Вот, друзья, если что, здесь продают пирожки, чебуреки, пиццу. Чай с лимоном, с молоком. И собачки, хаски бегают. А? Также вот можно здесь прокатиться на коняшках. Сколько? 300 рублей, да, стоит? 300 рублей можно, короче, прокатиться. Вот приезжайте до Тулур кататься. А что, большие есть кони? Большие? Нет? О, там большие, большие. Там дальше, да? А, он тот, да? Тоже так же 300 рублей, да? А, не знаю, там. А там что, просто погреться, да, как бы? Можно, можно. Чай попить, погреться, да? Так, ну ладно, друзья, сейчас еще мы коптер запустим. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, приезжайте в Тулур кататься на ватрушках. Всем привет! Из Тулура. Всем привет, Закаменск! Так, все вместе вставайте, я расфотаю. Опа! Артём, Артём! Давай вот так, на фоне гор. Вставай. Не, вот так все вместе на память. Нет. Ты что, на память? Тогда тебе одного давай. Фототься. Говори привет. Привет. Люди, встань все вместе так. Что? Блядь, же на память, ты что? Да у меня так много фото на память. На, держи тогда вот так. Всем привет. Вот так, примерно. Пойдем, вот так, да. Всем привет подписчикам канала. Мы находимся в Тулуре на ватрушке. Стоя на Тугару.